Статистика заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области ужасает. За минувшие сутки выявили 448 инфицированных. Из стационаров выписано 647 пациентов. 37 жителей региона не справились с тяжелым течением болезни. На 30 ноября в регионе зафиксировано 4574 летальных исхода. За все время пандемии в Волгоградской области коронавирусной инфекцией заболели 117 821 человек. Выздоровели 101 822 волгоградца.